Короче, сегодня выхожу в сторис еще позже, в 6 вечера. Все потому, что я сидела в клабхаусе, и там вела... Самые богатые на Руси, инфопродюсеры. Это такой юмор, юмор у меня... Вопрос, как вы понимаете, был с таким подвохом. Поэтому, чтобы разобраться, кто такой инфопродюсер, давайте проведем параллель с маркетологом. Маркетолог в бизнесе — это просто многорукий многоног, который закрывает трафик, продажи, соцсети, все материалы и так далее. В инфопродюсировании точно так же, как и в бизнесе, очень много, на самом деле, есть задач, которые... Теперь мы с вами поняли два таких важных вопроса. Это обязанности инфопродюсера и зачем формируются продюсерские центры. Но один главный вопрос остается. Марк Цукерберг, отвечай, пожалуйста. Да, вот такой вот неожиданный ответ. И важный нюанс, я хочу обратиться ко всем тем, кого заинтересовала тема продюсирования, заработка или кто просто вовлекся в этот сторителлинг, что не так важно выбрать самую прибыльную нишу, в которой вы там сможете заработать все деньги в мире. Важно лишь то, насколько вас будет это зажигать, насколько вы будете этим гореть и заработаете вы ровно столько. Я же, в свою очередь, максимально кайфую от продюсирования, от процесса работы, от обучения этому своих учеников. И повторюсь, что не так...